Выполняет ли управляющая организация свои обязательства по дезинфекции подъездов? Узнать это можно лишь одним способом – внезапно нагрянуть с проверкой. Глава городского округа Дмитрий Волошин посетил дом номер 18 на Юбилейном проспекте, который находится в управлении УК «Добрый город». Глава попросил продемонстрировать, как обрабатываются входные группы и сам подъезд. К графику уборки возникли вопросы. Каждый человек, который моет подъезды, кому мы доверили дезинфекцию, вы должны знать, как его зовут, во сколько он просыпается, во сколько он ложится. Его имя и фамилия по каждому подъезду. Для контроля эффективности работы Дмитрий Волошин предложил генеральным директорам управляющих организаций назначить ответственного за каждый дом. Он будет следить, как часто и с какой тщательностью проводит уборку. Глава подчеркнул, она должна производиться минимум один раз в день. Управляющая компания в первую очередь сама должна проверять свои дома. Администрация, в частности управление жилищно-коммунального хозяйства, имеет план проезда. Мы проедем каждый дом, каждый подъезд, посмотрим, была ли дезинфекция или нет. Такая проверка не единоразовое мероприятие. В планах администрации ежедневные посещения многоквартирных домов городского округа.